Контракт подписан! Мухаммед Хайбачи в деле! И так будет падать. Я тебя жду. Стадион, турнир. Полный зал будет на мою сторону. Не слишком ли это жестко на самом деле, тоже бросаться стульями так? Не, нормально. И как и Толя сказал, это ответная реакция, да, на его дубинку. Хорошо, тогда я еще раз дубинку с собой заберу. Ты такой гусь, я тебе отвечаю. Этой истории без малого 4 года. Не пора бы ее закрыть и написать ее финальную главу на голых кулаках. После кулачный бой только начинается. Это самая настоящая война. Самая настоящая война на хардкоре.